Все, стартуем. Фух. Highway. Сейчас... Highway to hell. Во, зашел. Миша. Ну, он присоединится, я думаю. Подожди, за кого я-то? Я отвечаю. Я буду сейчас за негра, у которого лицо пошло. А я что, за бабу, что ли? Ну, тебе не привыкать, в принципе, нормально. Это, конечно, смешно. Блин, почему у него рожа картошкой? Еще борода такая брутальная. А другой какой-то дрищ рядом с ним стоит, кепочку поправляет такой, типа, йоу. Это Ник, а не Ник, это Элис, по-моему. Ник. Я вот за него, по-моему. Бля, хочу поменять на этого. На Ника хочу поменять, как это сделать. Я буду Ником, я, пожалуйста, дайте мне Ника. А и что вы такие лохи? Я буду эти деревни. Я только не негр, пожалуйста, не вытащил нас оттуда. Бля, это баба пиздос. Ну ладно, похуй, в принципе. Да почему я всегда за негра играю? Как поменять? Может, я где поменять уже, да, типа? Муженик. Так, мой отряд за мной пошли. Я же бывал тут в детстве. Не, ну, в принципе, можно рестарт надо похуй, да, баба. Да, какая разница? За мной, мой. Большая! Сейчас дядя Лёша покажет, как это делается. Дядя Лёша, где? Дядя Петя. А давайте повеселимся, я сейчас сигналку найду. А нет, не знаю. Есть где-то, тут была где-то с сигналкой. Слышь, ушел отсюда. Перезаряжаю! Распродажа вот это закончил. Ли? Тихо, я хотел таблетолся. Извини. Осторожно! Ты первый встал. Да не всыпь, но потом если первый дохнешь, тебе их отдам, господи. Это же команда, блядь. Перезаряжаю. Ну, вдруг. Может, ты сейчас первый. Я первый. Я тебе вот... Перезаряжаю. Чё-то так какой-то... Подождите, парни, стойте минуту. Вальщица. Хочу, короче, видео. Не понимаю, почему я как-то зернистость меня идёт. Плёвка. Я убил. А, всё, я его выключил. Плевальщица. Плёвка, блядь. Как тут бегать, пацаны, еще забыл вообще. Курильщик просто вот этот. Как ты будешь бегать? Блин, погоди, там курильщик. Меня схватил! Меня! Курильщик! Иди сюда, здесь зажигать меня. Вали его. Как будто в контру переиграл. Спасибо, Ро. Ну, вернее, как, скилл тот же остался. А, у него нулевой. Нулевой у тебя. Пацаны, как тут бегать? Можно как-то бегать? Можно? Не помню. Нет. Нет, только если у тебя ты если фул хпшный. О, да. Нет, ты фул хпшный, по-моему, нельзя. Как бы, ну, скорость твоего бега от твоего хп зависит. О, да. О, давай. Так, ну чё, пацаны, два алберета, всё. Сейчас два алберета по этот бой. Патроны кончились, что ли? Ай-яй-яй-яй! Тут же окей. Курильщик ещё где-то. А, тут ведьма сейчас будет. Блять. Жаки. А, это жаки, помогите, пацаны. Танка, да. Перезаряжаю. Я как смог. Хуй. Давай. Уже где-то топор надо брать. Перезаряжаю. Спасибо. Сейчас я полечусь. Там пацаны сейчас будет, по-моему, ведьма, если не ошибаюсь. Ой, и чё ты зашёл? Погнали на меня-то, Отстань! Всё. Перезаряжаю! Я убил охотника. Не, не льсти себе. Там даже написали, чувак. Да плевать. Мало ли что пишут, ты не читай, что пишут. Вот смотри, а это не понял. Здорово! Перезаряжаю! Здорово. Как вы говорите-то? На В. Здорово! Нет, здорово! Здорово! На С. Здорово. У меня карабин, пацаны. Всё, пошли. Да, сейчас добавлю. За мной. Ага, пошёл. Что бывает. Посмотрим, что наверху. Проголосуйте за. А, точно, тут... Не знаю, да. Что он сделает, да? Чё? Пока что не появилось. Даже голосование я угорю. Да все. Видит, он тут снайпер сейчас вообще без разброса. Мне не нравится. Я уйди, блядь, сейчас сдохнешь. Аля. Почему ты с жижу-то встал? А я Мишу в скайп добавлял. Ты бы сказал бы что.
Подниму сейчас. Тихо, сейчас хватит. Ну чё, Лёх, куда подал? Военмех, политех, военмех, путей сообщений, короче. Потом хуя. Оригинал никогда не подавал? Нет. Потом это не пройти. Не, почему? Ну, просто куда пойду, туда подам. Не, ну куда-нибудь пройду, а куда вот посмотрим. Ну я в политех надеюсь, чувак. А куда военмех подал? Тоже механотроника? Механотроника, технология машиностроения, какой-то там ракетостроение, какой-то там понтовое, на складке самое, не считаю, не знаю. Я даже не помню, как он называет. Там батя Лазуткина на ракетостроении. Нормально, будет как батя Лазуткина. Будет у меня сыграть выйти. Батя Лазуткина, это же самодат. Бля, патроны, сука, кончились. Блять, пацаны, это жокей, сука. Да и не только жокей. Все нормально. Давай, Федя, разбирайте. Ну, потом в лати падам, а ты еще подвал куда-нибудь? Завтра поеду в военмех. О, а ты, подожди, ты пока никуда вообще не падал? Нет. Едь, короче, к 10 нахуй, там заебешься. Да, да, мы, наверное, где к 9 с чем-то поедем. Правильно. Перезаряжаю. Мы сегодня думали в ГАСу зайти еще, но там что-то вообще пиздец. Найс. Ты Дорошенко? Дорошенко выпендривается, я говорю, пойдем в 7.30 станем, там, чем раньше приедем, тем лучше. А что, они там прям в очередь выстраиваются перед открытием? Ну там, да? там в каждом вузе свое, но там ждать все равно. При открытии, не знаю, мы не к открытию приезжали, мы уже позже приезжали после этого. Я сегодня приехал. Ой, блядь. Во сколько ты приехал? Пол 11. Там, короче, там в любом случае, как там в каждом своя. Там жопа. Кто я не жалею. Чё он такой живучий-то? Так это тяжелый. А, ну да. Ну блин, все равно как. По-моему, пора уже сдохнуть. Перезаряжаю! Вот это. Все. Блин, надо снайпер какой-то поменять на что-нибудь другое. Блин, там вот птички, по-моему, валялись. Где? Да, там за забором. Или сейчас сдохнем, по-моему, скоро. Ай. Видим, может тебя добью, что ты это? Да, можно сидеть убить, короче, его это самое. И найти его потом. Не найти у него дефибриллятор, давайте убьем. Очень осторожно. Какого черта ты продолжаешь палить по мне? Только, пожалуйста, пусть негр подвезет. Пацаны, кто топор заберет? Топор. Ща, я тебя воскрешу, давай, Феденька, иди сюда. Это гениальная тактика. Все. Тимплей. У меня только топор, у меня дробовика нет. Он что там банк убивает? Ней, на вниз куда, я не помню. Банк. Ай, надо было. Да ёб, помогите, ребят. Ура! Черт подери. Чуть вагоне спустился. Федя. Да, я сейчас уйду. Ну да, конечно, это не ты в меня стрелял. Дайте аптечку. Да, конечно, это не первый шаг всегда самый опасный. Аптечку, чувак. Тебе кизин, мне нужнее, я сейчас сдохну. У меня 8. У тебя они постоянные, у меня не уменьшаются. Да, а у тебя... подожди, дай я тебя вылечу. Держись. А, у тебя тоже уменьшаются? Я на дыбал. А, надо было тогда Федю вылечить. У меня постоянные, а у тебя до одного. Перезаряжаю! Взорвите бак. Перезаряжаю. Переплывем озеро. Кто ведьму пугать будет? Давай ём, блевотнёй, дай блевотнёй, блевотнёй. Не надо. Мы сейчас она тебя убьёт. Тихо все. Пойдём в туалет, короче, сядем и поиграем в эту. Не вставай, короче, пора. Ой, тихо, кто-то бежит, кидайте эти хрени. Да почему срамило-то на меня? Ему больше всех понравится. Так. Блин, патронов мало. Пацаны, живите, я сверить того. Бля, ебать, я тут набежала, что-то, по-моему. Была охуительная идея. Забей, они нафиг идут и горят. Они все уже. Они уже отбегали. Они уже все отбежали. Воу-воу-воу-воу-воу. Надо перезарядиться.
Поможете? Пацаны, если пушки, патроны увидите, скажите. Можно топор дропнуть, а то у меня только топор и 30 кп. Ты его никак не убил. Я вот тут понимаю. Тихо-тихо-тихо. Вон. Не светись. Тихо-тихо. Рабас. Куда-то не поедем, я отдохну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Куда? Лёша, беги в это убежище, беги быстрее. А где оно? Прямо, беги, просто прямо, вон, беги быстрее, забей на всех, беги просто. Нахера вы включили эту-то? Бегай просто, всё, уходи. Убивай всех, уходи, не поднимайте меня. Да, да, да. А где она, блин? Беги, 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 вон, пизда. Всё. Обида. Она вон там впереди вроде. Да я знаю, так кто сигнал что включил? Зачем такой хуй? Ну честно, не я. Мне надо ей кое-что. Нахуя ты это делаешь-то, объясни мне. Я не включал сигналку. Ну хорошо. Это был лучший день в моей жизни. Ты молодец. Не стрелять ни с чего было. Я бы так ее включил, конечно. Бля, я думал, ты банька сблевать не так. А почему что-то я не понял? А, у меня, по-моему, он только на калаш стоит на. Типу. Можем хоть умереть, как взрослые люди. Я вроде больше ничего не менял. Надо будет потом что-нибудь на эту УЗИ. А? А у меня чисто дополнение есть. По идее вам будут мои доны показывать, потому что я хай, ну, являюсь холодным. Не показывают. Вот у меня все пистолеты цветные. Цветные? А, ну значит только свой показывается, ладно. И у вас тоже цветные. Ну, это тебе кажется. Это тебе кажется, да. Креститься надо. А чё там у Дани по баллам-то? 200? Хуем, да? 196. А, 196? Ну это с физикой, с мумами. Блять, чё? Кого? Ребят, на меня эта херня напала, помогите. Чая, где ты? Лёху спасал. Да вы чё, пацаны, охерели, что ли? Ой, бля. Давай, сейчас же! Ну же, подавайте на ноги, живее! Савчик. Где Федя? А чё тебе там? Ты так, ты. Кто-то там? Пацаны, аптечка. Перезаряжаю. А, Федя, всё уже. Кому аптечка? Дай. Лёха, стой на месте. Доктор Ник. Пойду в Интерстеллу Маринск играю. Ты заебал, сейчас мы дойдём. Как подлечить-то, подожди. А что, во что? Да в смысле, а чё ты ливнул-то? Мы сейчас дойдём, дальше пойдём. О, блин. Да вон цел там осознать дому, это вообще неинтересно, чувак. А? Ну я вот нашел. Ты же не играл. Месье весьма смысле. Там мультиплеер есть. Там никого нет в нем. Есть, там куча народу было раньше. Да ладно, я сегодня не играл, что там никого не было. Сзади! Ну сейчас посмотрим. Не надо мне. Сука. Черт, я ранен. Ты что, палка, что ж такое? Что это еще за дерьмо? Я в огне. Я понимаю, что ты в огне, чувак. Все, я тебя вижу. На помощь! Я понял. Вставай, еще много предстоит сделать. А есть аптечка? Да. Спасибо! Лечусь! Я пока полечусь. Да. Теперь я в порядке. Вот теперь нормально. Все отлично. А, начали как-то? Че еще раз? Вы только начали. Ну я с вами нашел. Ну да. Думал. Кто там начал? Там снайперка валяется наверху. Пацаны. Вот, на два. Че, Миша, а куда еще будешь подавать, кроме как для них? Гарарный. Гуап. Гуап. Может быть, туда. Идите сюда, будете брать бензин? Убейте меня, я не пользуюсь почти. Только
сигнал-то не вызывает. Лёш, ты будешь? Чё? Ну я... Я хорошо. Греби запил. Вот бензопила. О, магнум, магнум, блять, не обливали. Они её тут зажали. Да мы к тебе идем. Вижу, ни хера. Так, ты по мне не стреляй. Окей, братан. А где о, магнум. О, красавчик какой, а. Не, что ревальт. Пацаны, тут это какой-то, блядь. Идите сюда. А кожаная флейта новая не вышла случайно? Народ, мне нужна помощь. Федя, подключайся, мы тебя нашли. Да ща, ща, погоди. Взял шприц. Форум? Тихо, скорее. Форум? Тихо, скорее, тебе этого ничего. Не, лень. О, бомба. Кинь бомбу. А. Ну не в танках же. Черт. Ух ты. Ребята, нужна помощь. Да. Сейчас он в партии. Осторожно! Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Кто-нибудь поможет мне, а? Я тебя не брошу, но твою ты все мать равно вставай. Вот ублюдок попал. Вообще в стиле? Нет, почему еще? Элис еще жив. Ой, есть еще. Почему у тебя таблетки, блять, когда лежишь? Пацаны, выручайте. И таблетки есть, и это так много. Ай. Блюдок, сдохни. Кто-нибудь поможет мне, а? Честно, кто сдохнет первый? Я думаю, я, наверное. На помощь! Ну что в комнате, где я умру, помощь! Короче, там коктейль молотова. Бля, ну уже патронов убивай. Тебе нужна помощь. Ну сейчас я сдохну, будет магнум и автомат. Все, 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 все. Понимай, понимай, понимай. Леша сначала Леша. Ладно. 60. Ну, минута еще есть, нормально, поднимешь. Поднимай, давай. Поднимай этого. Поднимай а, этого, Лёха. А, там Элис. Эй, пацаны, а кто меня-то поднимет? Так, а чё, тебя бот не поднял? Ты не того поднял, по-моему. А, это... Слышь, таблетки, слышь, ещё таблетки. Лёша, ещё таблетки. Пойдёмте вернёмся на таблетки. Заправку. На. А, у тебя есть таблетки, всё нормально? Пойдёмте патроны возьмём на заправку. Тут сам начал. Тебе нужно обезболивающее, Лёх? А адреналинчику. Тут ружо валяется. Вон патроны тут. Бля, я чуть в эту не попал. Пойдемте все быстрее. Нам наверх, наверх. Возьми. Хватай. Кто-нибудь точно сдохнет. Бля, кто? Ёб твою мать! Мразь. О, аптечка, пацаны, аптечка, аптечка. Давайте, аптечка. Этот. Давай, надо кого-то одного убить. Давай, Лёха. Я туда сейчас полечусь, что мы тебе. Я убьем и вылечим. Там прым. Ай, брат. Пардон. Ну что, Лёх, тебя давай, тебя воскресим, иди сюда. Осторожно! Ща, подожди. Ну а чё за? А чё мне не сделать? А, всё. Вот только он херачит. Ну, нормально. Бля! Лёх, дай таблетос. Короче, ничего я не там удал. Перезаряжаю. Дропас и эта бледина, которая там плюется в форму. Плёвка.
Ай. Перезаряжаю. Пойдемте, чего вы вместе пойдете? Ой, я Элвис случайно пострелил. А это была банка сбивать мне, возьмите ее. А у меня это кель молотого есть. Где? А я не помню. Ладно, только... пофиг, а, пойдем, нет, там последний. Готовы? Вот там, по-моему, была внизу где-то, кстати. Вон, а, тут газовый баллон, кстати, ну ладно. Вон там патроны, патроны и аптечка. И, по, и это самое патроны разойдет. Кто-нибудь возьмите тифу? Зачем мне лечить? Не надо. У меня аптечка есть, кому надо? Попозже. Жбилляторы. Жбилляторы кто возьмет? Патроны тут возьмите, это заранее. Не, обратно, обратно не подняться. Не подняться. Бля, я только вообще не боюсь, доме там не спуститься. Вот, не подняться, точнее. Иди сюда, стой, спустись. Ну, я уже не подняться, к сожалению. Ничего себе, съехали с горки. Хуй такой, блин. Самый тихо, поменьше, стреляйся. Какие-то блевательницы. Он кругом просто. Это как это в этом, короче. Помнишь, там сам тихо, ты что-то лезет на пули прям легко. Раз, проебали зря. Почему я этих зомби и зомби, блядь? Мало совсем. Еще мало. Я тоже мало. Блядь, заеб. Пойдем, вали, вали. Я ранен! Блять! Эй, мне тут нужна помощь! Осторожно! Сейчас тебе не добраться никак! Блять, там сейчас загорит. Стой, не подходи, не подходи, пусть сейчас подгорит. Поднимаем. Еще. Закинуть чем. На. Спасибо. Пойдем, пойдем, пойдем. Чем быстрее придем, тем лучше. Ну, потому что мы можем так стоять, и нас просто завалили. Много народу ходил в этом. В Интерстеллере. Да, я с тремя кентами играю. Ну, это много народу называется. Ну так тут колп на четверых. Давайте в этот вагончик. Чем там шпилиться было? Не знаю, быстрее вагон. Кто напугал ее? А чё на меня-то, алё? Это же не я по нему. Четыре-то будет. А с этим три. Элис, покатился куда-то. Ладно, пойдёмте быстрее. Погнали, Ваня. Идём. Я ранен. Перезаряжаю. Хер с ним путь валяет. Мне нужна помощь! Мне нужна помощь! Ты же в меня стреляешь! Поднять мне? Осторожно! Мне тут нужна помощь! Помогите, помогите! Пацаны, аккуратно. Убей, убей, убей! Кто-нибудь поможет? Приятель, ты совершенно не умеешь... Ну давай, вставай. Нам пора идти, да, братан. Да-да-да, все, бежим, бежим туда. Спасибо. За мной должок. Даже рассказывал. Впереди убежище. Давай-ка соберись. Блять, охотник! Все, быстрее, заходим, заходим, заходим. Быстрее, пацаны. А там этого пидора нету. Иди сюда, идиот, как его? Тихо, стой, стой, давай посмотрим на него. Бля, это жестко. Я вот добьем его. Еще можно просто так убить. Да, за что там? Элис мог. Убийца танков. Да папе ты заебал, заходи, блядь. Там последняя, помнишь, прикольно, где рок-концерт-то? Да-да-да, вообще четко.